Да неудобно как-то, 2 часа ночи, да и жена твоя меня как-то недолюбливает. Да не выдумывай ты, она у меня гостеприимная. Может, перекусим? Ну, можно. Люда! Люда, просыпайся, Валера пришел, есть хочет! Давай. Я не могу. Чего так? Аллергия. Чего? Болезнь такая, кожа зудит. 10 грамм. Я же говорю, не могу. Ну, одну каплю. Я же сказал, ну кому сказано? Ну, нельзя. Ну, пол нельзя. Капли, пол капли для запаха. И отчаянно поймемся прямо в свежую зарю. С прививками против ковид провалено. Ученые сказали, нельзя пить 40 дней в новогодние праздники в России. Все. Ну как? Чего-то не хватает. Градусов? Огурца. А-а-а. Я сейчас переоденусь на балкончик, пока мать не видит. Давай. Ну, здорово, легавый. Че звал? Погоняло корон. Тебе чего-нибудь говорит? Где гандон? Спокойно, спокойно, не кипятись. Спокойно. Ты лучше мне скажи, где это падла прячется. И я его порву, как тузик грелку. В квартире, где ты можешь его найти, есть чемодан. Ты передаешь этот чемодан мне, и мы в расчете. Договорились? Согласен. Вот конкретный адрес, где они будут сегодня вечером. Но тогда пока. Ага. До завтра. Дебил.